Oh,
А ну-ка, стоять на месте! Уберите оружие, сеньор. Где повстанцы прячутся? Пришлите подмогу немедленно! Вон он, убейте его!
Добро пожаловать на Исла Гранде. Никогда не видел девушку в купальнике, урод. Конечно. Но всегда с таким настроением. Давай, Рика. Это же время брифинга. Пока все идет мило. Твой новый друг Кармона уже предоставил нам важную информацию. Так что теперь мы проведем небольшую операцию на армии. И знаешь, кто станет хирургом? Встречайся с генералом Хосе Дюранго, человек Мендозы. Убей его, и мы сломаем армии хребет. У Дюранго одна слабость. Девушки. Каждый вечер он оставляет базу и ездит в бронированном конвое на вершину старого вулкана и снимает там очередную шлюху. На ночь. У парня член по часам работает. Но сегодня будет в последний раз. Этот сукин сын Дюранго решил немного подправить наши планы по поводу смены режима. И он собирается к Эль-Президенте. Если хочешь жить сам, убей Дюранго. Иногда эта работа уж слишком хороша. Дюранго появится в любую минуту. Лучше тащи свой зад на армейскую базу.
Этот сукин сын Дюранга решил немного подправить наши планы по поводу смены режима. И он собирается к Эль-Президенте. Если хочешь жить сам, убей Дюранга. Дюранга появится в любую минуту. Лучше тащи свой зад на армейскую базу. Черт, Рика, они уже уходят. Быстрее уничтожь этого генерала. Ладно, мне пришло сообщение. Прости, что прерываю, но похоже, что Дюранга в том лимузине не было. Полагаю, он уже наслаждается где-то в борделе, в Эль-Вулкане. Отправляйся туда и покончи с ним навсегда. Вон он, убейте его. Thank you.
быстро в укрытие, быстро! Схватите его. Вот послание для тех, кто остался дома. Оставайтесь на месте. Иногда эта работа уж слишком хороша. Вы совершаете большую ошибку, выход прошу, это как пожалуйста. О боже, нет! Нет больше такой вещи, как безопасный секс. Не так ли, Дюранго?
Вперед, дружище! Да здравствует революция! Нам нужна помощь! Пошли, пошли, пошли! Надеюсь, вы прекрасно проводите время.
Берегись! Схватить его! Пришлите подмогу немедленно! Эй, хочешь по-взрослому поиграть? Укрытие! Пошевеливайтесь! Нам нужна помощь! Так, Андьеха, убейте его! Пригнитесь! Пошевеливайтесь! Вниз, вниз! Убейте его! Быстрее, нам нужна помощь! Схватите его! Пришлите подмогу немедленно! Уля, сеньор! Фрескас! Аглас, фрескас! Это мое! Стой, ворюга! Осторожно, тупица! Не стоило этого делать.
Thank you.
Народ храброй страны Сан-Эсперита. Не верьте всем этим ужасным слухам, которые вы могли уже слышать относительно революции против вашего любимого лидера. Поверьте, иногда и не такое бывает. Ты расшевелил настоящее гнездо шершня Гигунда, Рика. Полиция и армия арестовывают все, что движется. Одно наверняка, Мендоза в бешенстве. Так что теперь мы бросим кость партизанам. Эсперанза заключила договор с какими-то наемниками. Она назначила цену за какое-то оборудование, которое, по идее, партизан обеспечит им победу. И тебе придется держать ее за руку, чтобы ничего плохого не случилось. Зачем? Потому что дядя Сэм тебе платит, вот почему. Твоя работа — оберегать жизнь Эсперанзы и убедись, что деньги и оружие попадут к хорошим парням. Прошу заметить, что царапин и выгибов нет. Все повреждения только от твоей задницы. Какое чувство юмора, Рика. В нее же можно влюбиться. $1 миллион. Это не такая уж и большая цена за революцию. Это болезненный процесс. Приношу свои извинения. Давайте договоримся. Там будет 2 грузовика. Мы отдаем им чемодан, а они нам грузовики. Мы уезжаем. Конец истории. Поэтому вперед! Как приятно иметь с тобой дело, Эсперанса. Впрочем, как всегда. Можно мне... Если хочешь.
Пожалуйста, а чем это все закончится, если не доверять друг другу? У тебя есть пусковые установки? У меня их три. Они установлены на технике. Можно мне? Конечно. Наслаждайся. Стреляйте. Этот уличный ублюдок подставил нас до того, как у нас был шанс подставить его. Уничтожь его и как можно побыстрее. Иногда я просто это теряю. Осторожно, ты так можешь кого-то убить. Я возьму это в качестве аванса. Стой, ворюга! Thank you.
чувак. Подними свои руки. Прикрывай задницу, солдат.